Здарова всем, ребятки, Кента пока на проводе, и прямо сегодня вашему кентухе поступила жалоба на клан разработчиков. Якобы данный клан обманывает людей на деньги. Короче, ребятки, прямо сегодня будет реально весело, поэтому ставь лайк, подписывайся на мой канал, ну а мы начинаем. MyStandoff.ru – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. Пишет мне ВК кое-какой Александр, мол, разработчики ему угрожают баном, кентуха, помоги, и требуют голду. Я такой, ну подожди, то, что они пишут, что тебя забанят, это я еще могу поверить, но то, что разработчики требуют голды, это уже полнейший бред. Тут он мне кидает скрин переписки с парнем с клана админ. И тут я понимаю, что это нафиг обычный чувак с клана админы. И этот клан, конечно же, прямо сейчас мы посмотрим. Ну и конечно же данный клан я уже нашел. Вот он, клан админы, посмотрите на аватарку этого клана. Ну мне уже смешно. Давайте же посмотрим на этот величайший клан. Ничего себе, вы посмотрите на вот это все. Админ, админ 2, админ 5, админ 3. Просто овер. Я просто в шоке, так. Тут парни делают максимальную видимость того, что они якобы настоящие админы. Если кто не понимает, то админы и разработчики это одно и то же. Ну или практически одно и то же. И получается, данный клан обманывает людей. Не, возможно, не все, возможно, только один человек. Я, ребят, утверждать не буду. Но один человек точно пытался обмануть моего подписчика. И я решил, чтобы вы все знали, осветить эту ситуацию, потому что это, на самом деле, клан мошенников. Ну что ж, давайте смотреть. Админ, лидер данного клана. У него только красивый ID, базар 0, нифига себе, 3 нуля, ну блатной, блатной ID, давайте посмотрим на его аккаунт. Что же мы видим, Silver 1, ой братан, походу все очень плохо. КД 0.81, ну как-то ты очень плохо играешь для админа, если понимаете о чем я. Точность СКР 8.8%, процент убийств голову 47%. Общее время в игре 340 часов, то есть это далеко не новый созданный аккаунт. Этому аккаунту, ну, минимум, мне кажется, полгода. Смотрим в обычной общей статистике. КД 0.95, любимое оружие АКР, МК и ФАМАС. Ну и давайте смотреть следующего участника клана админы. Мне даже смешно это говорить. Он солидер этого клана. Давайте посмотрим на этого красавчика. Мои предположения, что это Silver 2. А ну-ка. А, у него вообще нету звания, посмотрите на его КД, наверное, парень очень усердно работает, усердно тренируется. Общее время в игре 64 часа, но это довольно-таки мало, это, ну хотя смотрите, ID старый, а общее время в игре 64 часа, но это как-то очень странно. Мне что-то кажется, что это чей-то второй аккаунт, может быть кто-то со второго аккаунта обманывает людей, я не знаю, но может быть. Процент убийств голову 38%. Ой, ребята, как же все плохо. Точность 7%. Блин, ну конечно, КД просто огонь. 0.39 и 0.81. Следующий наш участник это админ 5. Я вот не понимаю, а куда дели админа номер 4? Неужто его исключили? Давайте смотреть на этого красавчика. Мои предположения, что это Silver 2. А ну-ка. А, опять нету звания. Ну, ребята, ну вам надо поиграть с кентухой в соревновательном режиме или как? Вас надо натренировать или в чем причина? Ну что же, смотрим. КД в соревновательном режиме 0.94. Ну, честно говоря, не все так плохо. Дальше смотрим. Любимое оружие АВМ, МК и АКР. Точность 10%. Для этого клана это очень большие показатели. Если сейчас будет КД выше единицы, то я просто буду в шоке. Ну, в обычной статистике. Так... 1.18, ничего себе, но это, по всей видимости, самый скилловый чувак с их клана. В общей статистике любимое оружие АКР, М-очка и М-16. Блин, ребят, вот я бы с этим парнем зарубился бы один на один. Следующий наш админ, это админ 3, минус 28, как будто стебет минус 28. Ну что ж, давайте посмотрим на этого красавчика. Как думаете, какое у него звание? Прямо сейчас напишите в комментарии. Все, давайте, я открываю. Я думаю, что это Silver 3, вот мне что-то так подсказывает. А ну-ка. Бронза 3, ну почти, Silver 3, бронза 3, нормально, нормально. Блин, ребят, ну это просто лютейший трэш. 9 уровень, КД 0.77. Ну, короче, понятно. Вот этого парня я бы один на один бы выиграл бы, наверное, в сухую. Точность 9.5%. Процент убийств голову 26.5. Любимое оружие АКР, МК и МП7. Я понял, понял, понял. Ну и последний участник этого клана, это просто овер. Скорее всего, это админ 4, потому что красы его не хватает. Возможно, он просто ник поменял. Давайте посмотрим на этого красавчика. Ну что же,
мои предположения. Я думаю, что это голд один. Я думаю, должен быть хотя бы один голд в их клане. И это... Кто бы сомневался, это новобранец, новичок и новый создан аккаунт. Они начинаются на шестерку, но время в игре 21 час, но это реально довольно-таки мало. КД 0.7, я понял. Я вот, ребятки, заметил то, что у всех участников этого клана, ну почти у всех, новые аккаунты или старые заброшенные. То есть время в игре реально очень-очень маленькое. У меня такое подозрение, что все их аккаунты просто банят за мошенничество. Короче, клан админы, вы ни хрена не админы, вы просто обычные разводилы. По крайней мере, не все, но один из вас точно. В общем, ребята, никогда не верьте вот таким вот админам. Лучше, пожалуйста, поставьте лайк кентухе, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Также нас уже 600 тысяч, и большое вам всем спасибо, я вас очень сильно обожаю, все пацаны. Всех люблю, всем удачи, всем пока, подписывайся на мой инстаграм.